Лето, пора фруктов и овощей. Прекрасное время насытить свой организм витаминами, но стоит помнить о правилах их употребления, основное из которых – чистота. Тоже, к слову, относится и ко всей остальной еде. Внимание важно уделять срокам хранения, грамотной обработке и подаче. Соблюдать необходимые правила личной гигиены. В противном случае есть все шансы узнать обо всех прелестях кишечных заболеваний лично. С наступлением лета люди выезжают на отдых, на дачу, и вероятность встречи с инфекциями возрастает, особенно с кишечными инфекциями и сальмонеллезом. По статистике, у нас уже за этот период обратилось с кишечными инфекциями более 300 жителей города Бреста, Брестского района, и почти 80 заболевших сальмонеллезом. Этими инфекциями чаще всего страдают детки маленькие, в основном возраст до 3 лет. В последний месяц, в июне-мае месяце, немножко активизировалась заболеваемость сальмонеллезом среди взрослых. Еще одна летняя опасность – клещи. Эти маленькие членистоногие способны испортить отдых и нанести вред здоровью. Они являются переносчиками опасных заболеваний – клещевого энцефалита и лайм-боррелиоза. Несколько интересных фактов. Клещи кусают все, что имеет температуру около 37 градусов, и удивляют своей прожорливостью. В процессе питания масса самки клеща увеличивается в 80-120 раз. Если бы так кушал человек, то после обеда он бы весил 600-700 килограмм. За истекший период этого года в Организации здравоохранения города Брест и Брестского района обратилось 880 человек, пострадавших от укусов клещей. Из них 303 ребенка. По городу Бресту можно выделить несколько участков, на которых за истекший период регистрируется максимальное количество укусов. Это парк воинов-интернационалистов, это зеленая зона Дубрава на микрорайоне Дубровка. Также это новые частные сектора, которые вошли в черту города. Именно Гершоны, Козловичи, также в Задворцах. Лес есть, лес в микрорайоне Южном и лес около Брестской областной больницы. По Брестскому району неблагополучными лесами являются леса вокруг поселка Муховец, Клейники, Семисосны, Скоки. Там также регистрируется немножко большее количество укусов, чем с других окрестности Брестского района. И еще пару слов об отдыхе. Помните, для купания стоит выбрать официальные пляжи, где созданы условия не только для комфортного, а в первую очередь для безопасного времяпрепровождения. В областном центре таких территорий 5, и все они, согласно заключению специалистов, пригодны для водных процедур по микробиологическим показателям. Что же касается температуры воды, то здесь, конечно, не все так однозначно. Лето пока не успело прогреть водоемы основательно, но любителям варианта посвежее, вероятнее всего, заплыв придется по душе.